Истории, когда не зря прочитал условия соглашения. Однажды я зашла в автосалон и попросила информацию об автомобиле. Я сразу сказала им, что я пришла не для того, чтобы сразу купить машину, так как мой муж должен был одобрить мою покупку. Но они попытались взять мою машину, сказав что-то вроде «Нам нужны ключи от вашей в качестве безопасности для тест-драйва». И когда я спросила, что еще от меня требуется, они сказали, что я должна подписать какие-то бумаги. Я начала читать эти документы, и они сказали «О, никто их не читает, вам не обязательно их читать». Также они сказали мне, что это было обязательное соглашение. Я сказала им, что если это обязательное соглашение, то я не буду его подписывать. Они сказали, что так нельзя. Я сказала им, что можно. И затем они сказали мне, что ничего в таком случае они делать не будут. Я сказала им, чтобы они вернули мне ключи от моей машины, и я уйду. И они сразу остановили меня. А потом, когда менеджер подошел с моими ключами, он сказал: «О, я понимаю, вы просто боитесь подписывать документы». На что я ответила: «Нет, я не такая глупая, как ты». И я вышла. Со мной это тоже случилось, за исключением того, что я очень упрямый чувак с очень серьезным и грубым лицом. Короче говоря, у меня была точно такая же ситуация, как и у вас. И я задал им вопрос, могу ли я подписать эти документы после тест-драйва. И когда я закончил тест-драйв, они вообще забыли про них. И еще, я посетил примерно 5 салонов и испытал много автомобилей, но меня никогда не просили отдать свои ключи, лол. Один из автосалонов Subaru попросил лицензию моей жены для обеспечения безопасности на время тест-драйва. Затем они пошли за машиной. Когда продавец вернулся, он начал вести себя как-то странно. Он просто дал нам ключи и больше не разговаривал с нами. Мы проехали вокруг, и у нас появилось много вопросов к ним. Но никто не хотел отвечать на них, и поэтому мы просто ушли оттуда. Позже мы обнаружили, что они попытались взять кредит на имя моей жены. У нее тогда был кредит, кстати. То есть они взяли кредит на имя моей жены, а получателем кредита выбрали не ее. Когда мы получили уведомление о том, что якобы мы хотим получить кредит, мы попросили у банка предоставить подтверждение, что мы разрешали его брать. И нам банк отправил документы, которые были заполнены абсолютно незнакомым человеком. И там была также подпись этого незнакомца. Но мы предполагаем, что это был именно тот продавец. Мы сообщили об этом в полицию. Я бывший работник большого автомобильного гипермаркета в Великобритании. Хотя мы уже давно банкротились, но все же. У меня есть одна забавная история, связанная с другом моего папы. Я думаю, он когда-то служил в вооруженных силах, и вообще он был таким человеком, которого вам явно не захотелось бы раздражать или злить. И однажды он пришел в автосалон, чтобы выбрать себе машину. Работники этого автосалона фактически заперли его там, чтобы попытаться заставить его подписать какой-то документ. Так как это было до того, как мобильные телефоны стали обычным явлением в начале 90-х, он не мог никому позвонить и проконсультироваться. Он становился все более и более разгневанным из-за всей этой ситуации. В конце концов, он взял одну из тех маленьких утяжеленных металлических табличек, которые устанавливают возле машины. Ну, знаете, эти металлические таблички, на которых обычно пишут все особенности автомобилей. И он взял ее и кинул в стекло выставочного зала. Насколько я знаю, это дело дошло до суда, и он должен был заплатить за ущерб. И когда он был в суде, он сказал такую фразу: «Они держали меня в заложниках и не разрешали мне уйти. И именно поэтому я сделал то, что сделал, потому что я просто хотел сбежать». С того момента уже прошло очень много лет, но сотрудники автосалона в нашем городе стали намного вежливее относиться к клиентам. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с Реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Когда я отдавал свою машину в ремонт, я решил прочитать соглашение и заметил, что там есть какой-то подозрительно маленький шрифт. В итоге я полностью прочитал соглашение и заставил их вычеркнуть почти все пункты, потому что в них говорилось, что они не несут ответственности за любой ущерб или убытки, которые могут произойти, когда автомобиль будет в их распоряжении, и вся ответственность будет за мной. Они сказали, что я был первым, кто действительно прочитал это, но они также сказали, что даже учитывая то, что сказано в этих пунктах, никто никогда не попадал в такие ситуации, и все было хорошо. Я прочитал в соглашении, что пользователям iTunes нельзя использовать его для создания химического оружия. Пошел нафиг, Apple, установка отменена. Я не всегда нахожу что-то интересное, но тем не менее, я всегда читаю разрешения для приложений. Если вы не являетесь приложением, связанным с SMS или звонками, тогда какого черта вам нужен доступ к моим контактам? Чё за фигня? Большинство таких разрешений действительно необходимы на самом деле. Например, чтобы приложение продолжало нормально работать, если вам вдруг кто-то позвонит, когда вы будете сидеть в этом приложении. Одно разрешение на самом деле не может повлиять на вашу безопасность, а большинство этих разрешений приложений вообще никогда вовсе не использует.
Я работаю в компании, где мы используем наши собственные телефоны для связи с менеджерами, но при этом мы должны добавить нашу рабочую учетную запись электронной почты, чтобы мы могли получить доступ к электронной почте, когда мы не в офисе. У меня никогда не было проблем с этим, поскольку работа хорошо оплачиваема, и, честно говоря, я не получаю много писем в нерабочее время. В прошлом году я купил себе новый телефон, и я добавил свою рабочую электронную почту в обычное приложение для почты. У меня Android. Добавил я его, если что, в то же самое приложение, которое у меня было и на последнем телефоне. Когда я впервые зашел в это приложение, мне написало, что я должен согласиться, что мой работодатель будет иметь доступ к содержимому моего телефона, местоположению, истории и так далее. Я не согласился с этим и просто скачал другое приложение, специально для рабочей электронной почты. И когда я добавил свою рабочую электронную почту в новое разрешение, оно не запрашивало эти разрешения. Странно. У меня на работе то же самое, лол. Я отказываюсь заходить в свой рабочий аккаунт со своего телефона, потому что они могут получить доступ ко всему, включая историю просмотров, и если вы заходите на веб-сайт, который они считают неподходящим по содержанию, даже в нерабочее время, они считают это нарушением правил безопасности. Это безумие. Мне всегда говорили, чтобы я везде с собой носил свой ноутбук. Но если кто-то нуждается во мне, он может позвонить или отправить мне сообщение, и я могу проверить свою электронную почту. Я полностью отказываюсь носить с собой ноутбуки везде. Я знаю, что некоторые должности и отрасли нуждаются в этом, но все же. Недавно мне в приложении Facebook пришло следующее сообщение. Согласны ли вы поделиться с приложением информацией о своих контактах? Извините, но нет. Я удалил Facebook после того, как получил уведомление, в котором говорилось, что мне нужно было отправить им копию своих водительских прав или свидетельства о браке или еще что-то. Я забыл, какое именно было название у этого сайта, но все же. Однажды я хотел самостоятельно опубликовать книгу и нашел сайт, который, как мне показалось, будет полезен в этом начинании. Оказывается, что даже если вы не опубликовали свою книгу, но при этом разместили вашу рукопись на их веб-сайте, они полностью получили все права на нее. Ваши идеи, персонажи, сюжет и все, что с ним связано, по закону принадлежит им. И если вы сделаете какие-либо продажи, они получат более 75% прибыли. Процент зависит от того, какое количество продаж у вас. Но этот процент никогда не опустится ниже 75%. Это было реально дико для меня. Я вышел оттуда, и я все еще сижу и переписываю книгу, которую первоначально хотел попробовать опубликовать на том сайте. Это безумие. Я тоже писатель, но я по большей части любитель, и это просто мое хобби. Но я бы хотел опубликовать свою книгу. И если я когда-нибудь что-нибудь сделаю и опубликую на их сайте, мне будет крайне плохо, ведь все мои труды просто мне не принадлежат. Есть так много людей, которые крадут произведения искусства, и поэтому я решил не публиковать свои. Творчество – это очень личная штука. И я рад, что ты увернулся от этой пули и не опубликовал свои работы на их сайте. Надеюсь, когда вы будете готовы опубликовать свою книгу, вы найдете хороший способ сделать это. Это была не я, а моя сестра и ее муж. Они хотели переехать в другую квартиру, когда они жили в Дублине. Это было несколько лет назад. И вот моя сестра встретилась с этим арендодателем. Она посмотрела на квартиру, и все показалось ей вполне нормальным. Она сказала своему мужу, и он сказал, что тоже посмотрит на квартиру на следующий день. Он встретился с хозяином и прочитал договор. Как же хорошо, что он это сделал. Там он прочитал, что если они подпишут договор, они не будут арендаторами, а будут гостями, как в отеле. Это означало, что арендная плата могла быстро меняться, и в случае чего они могли быть выселены с 24-часовым предупреждением. Слава богу, что они так и не подписали тот договор аренды. Мои родители заказали бесплатный образец товара. Я прочитал мелкий шрифт, в котором говорилось, что они будут автоматически зачислены в ежемесячную подписку, если бесплатный образец не будет отправлен обратно. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Ну, если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи!